Каин обладает великой силой. Кланы складывают легенды о нем. Я знаю тебя, Разиэл. Ты великий воин. Что это за хаос? Что это за жалкая форма, с которой мне пришлось встретиться? Только смерть будет исцелением от этой жалкой пародии. Ты не уцелел в бездне, Разиэл. Я только спас тебя от вечного забытия. Я лучше выберу забытье, чем такое существование. Выбор не за тобой. Я разрушен. Ты возродился. Рождение одного из чудовищ Каина поглощает сущность жизни. Именно эта душа оживляла те останки, в которых ты существовал. И это, Разиэл, кончина Северного Гота. Баланс исчез. Души умерших еще содержатся в заключении. Я не могу их подчинить воле Рока, и поэтому их судьбы не могут быть предрешены. Покайся в грехах. Или, если желаешь отомсти за себя, положи край своей вражде с Каином, уничтожь его и собратьев своих, освободи души и позволь колесу судьбы снова сделать свой поворот. Воспользуйся своими силами, чтобы поглощать души. Я могу сделать это возможным. Стань моим поглотителем душ, мой ангел смерти. Эти врата искажают пространство и стоят посреди двух великих миров. Слаб, ты должен питаться. Былая жажда уже не мучает меня. Я не желаю проливать крови. Ты изменился. Вместо твоей кровожадности возникла более великая цель. Ты стал поглотителем душ. Чтобы сохранить свои силы, ты должен охотиться за потерянными духами преисподней и поглощать души своих врагов. Твои победы были не напрасны. Положись на них, и они помогут тебе пересечь эту пропасть.
мы живы. О, благодарю тебя, храбрый воин! Ты спас нам жизнь! Послушай, большой человек, если тебя благодарят, то все, что ты можешь сделать, так это только слушать. А почему бы тебе не добавить? Нам нужна еда, немного денег, что-то хорошее для меня. Черт побери, что это такое, жук? Как грубо, девчонка! Я не жук, я эльф! Эльф, громкий верзи! Ты что, никогда не видела эльфа?